Выставка организована по инициативе Управления социальной защиты и семейной политики и приурочена не только ко Дню пожилого человека, но и к 85-летию нашей области. Экспозицию составили работы граждан, находящихся на социальном обслуживании. На выставке в обилии представлены живопись, графика, поделки, выполненные в самых разных техниках. Все работы объединены общей темой – символ Тамбовской области. Это на самом деле способ через мелкую моторику восстановить либо сохранить когнитивные способности. Это, конечно, способ поднять эмоциональный фон, который по понятным причинам у граждан пожилого возраста чуть-чуть снижен. И мы стараемся это развивать, вовлекать в наши ряды новых, так сказать, соучастников. Ну, чтобы как-то отвлечься от все-таки болезни серьезной. Ну, дома была долго одна, дети все далеко, поэтому посоветовали мне дети: мам, займись чем-нибудь. Прислали материал, но я потихонечку начала. Ну и какие ощущения? Ну, в общем-то, про болезнь я забыла. Сразу появились друзья, знакомые, все радуются за меня. Посетить выставку приглашают всех желающих. Она расположилась на втором этаже областной картинной галереи и продлится 2 недели.